Здравствуйте, уважаемые друзья! Я обращаюсь к тем женщинам, которые привыкли дома следить за чистотой. У них должно быть чисто, все наготовлено, посуда помыта, полы вымыты. Я взяла от своей мамы такую, наверное, привычку, ну, даже нет, это не привычка, я считаю, что это уже заболевание, чтобы все было чисто. И когда вот что-то не то, что-то где-то испачкалось, посуда собралась, я начинаю нервничать, переживать. И если у меня даже есть какие-то другие дела, я их оставляю, стараюсь их помыть, подмести, убрать. А если у меня не получается, я делаю свои дела. Но у меня чувство тревоги, чувство недовольства собой. И, ну, это было, кстати. Я хочу сказать, что это было. Я стала над собой работать уже где-то год. Начала, знаете, так включать в себе такой здоровый эгоизм, терепофигизм, я не знаю, как хотите это называйте. Я начала на это смотреть сквозь пальцы. То есть, ну, грязно-грязно, ну, не убрано, там немножко пыль, ну, пусть будет пыль. Мне нужно закончить, там, допустим, пост писаться, мне нужно закончить что-то, сделать какую-то маску, мне нужно закончить почитать. И так потихоньку-потихоньку я себя приучила к тому, что мои интересы я ставила на первое место, а интересы, я даже не знаю, чьи, вот эта чистота, чистые тарелки, чистые полы и выглаженное белье, я не знаю, это чьи интересы. Наверное, уж точно не конкретно наши женские. Это интересы всей семьи. То есть я немножко стала отодвигать их, и чувство тревоги от меня стало отходить. Я вот вам советую всем работать над этим, потому что я знаю, что многие женщины, особенно, знаете, это же порицается, в принципе, даже это порицается обществом, что вот, не убрано, вот, не подметено, не приготовлено, ничего, я сейчас смотрю, что если мне туда что-то покушать, я беру, покупаю какие-то качественные замороженную продукцию и кушаю. То есть, если один день семья в неделю покушает какую-то замороженную продукцию, никто ничего, никто не умрет, ничего с ними не случится, здоровье сильно не пошатнется. А тут я начала смотреть, что у меня вот так идет уже такое успокоение, мне уже хорошо, уже нет угрызений совести, уже мне спокойно, спокойно воспринимать что-то, какую-то неубранность в доме. И я вам советую работать над этим, то есть все время о себе говорить. Мне это пока не нужно. Мне это неудобно. Я должна заниматься тем делом, которое мне ближе, лучше, роднее, удобнее, любимее. И все. И тогда, если... И я стала... У меня еще кот появился. Тут уже он грызет там всякие коробки. Смотрю, что только подметешь, только уберешь, он насорит. Ну, думаю, ничего. Все ходят в тапочках по полу, никто не ползает. С пола никто не... Маленьких детей нет. И вот таким образом я себе какое-то такое спокойствие приобрела. Так что... Сама добилась этого, и вам желаю. Просто любите себя и ставьте себя на первое место. Приоритеты только на свои хотелки ставьте. Жизнь коротка, так нужно делать. Тем более, больше пользуйтесь какой-то, знаете, такой... Больше пользуйтесь... Ой, что это такое? У меня цвет поменялся сильно. Зеленый стал. Ладно.